художники комиксов — это лучшие люди вообще на свете. Они, ну, наиболее какие-то. Я очень редко встречал вообще по-настоящему там каких-то злобных, подлых там и так далее художников комиксов. Респект будет называться. Респект. Мы даже хотели назвать «Респект и уважуха», но учителя сказали, что слишком неформально. Социальные вопросы, социальные проблемы, когда люди о них хотят поговорить, надо делать это не скучно, не как-то там, типа там бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу считать, а собраться весело, посмотрим, 10 художников со всего мира. Они прилетят, и мы будем рисовать совместные истории о вопросе того, что все культуры, все население Земли мощно перемешивается, и далеко не всегда это гладко, и вообще надо как бы собраться и понять, это благо или ужас, мы должны ли мы бояться людей другой культуры, или должны ли мы с ними подружиться. Вот вместе с Настей, с Аней вот, родилась эта идея вот, сделать вот, комиксы против расизма, против ксенофобии. И они просто послали там по рассылке вот, какое-то там письмо, типа там, ну, надоело все это. Вот, и я почему-то вот, получил вот такое письмо. Мы встретились, ну вот, и это, ну, это было, ну, года два тому назад, так что вот, еще долго посидели, сидели, вот, работали над концепцией, а потом решили подать заявку Еврокомиссии. Мы получили заявку от института Гёте, и когда мы ее вскрыли, мы были просто счастливы, потому что вдруг в одной заявке, в одном тексте соединилось все. Сложные, социально значимые темы, очень болезненные, и не только для России, но и для стран Евросоюза. Сотрудничество в сфере культуры, правозащита, такие важные слова, как толерантность, терпимость. А самое главное, и то, что мы не устаем ценить в этом проекте, это возможность рассказать о необыкновенно сложных вещах языком, картинкой, понятной и близкой молодежной аудитории. Мы определяем нашу аудиторию как такие, ну, как подростки и молодые люди, то есть это школьники старших классов и студенты там первых курсов, ну или вообще студенты. Потому что нам кажется, что в этом возрасте еще можно что-то изменить. И, ну, если человек в этом возрасте поймет, что он может думать своей головой и сам принимать решения, и что есть нестандартные взгляды на мир, да, то это очень хороший залог на будущее. Was built in 1904, and this was mainly then the Tatar Mosque. It's one of the oldest mosques in Moscow. In Moscow has only four mosques, just which now is a point of great concern of Moscow Muslims. But Kiev and Rus was a pagan state. And after it was baptized by Vladimir, this religion, new Christian religion, came from Byzantine Empire. That's why many symbols, many architectural traits came from Byzantine also. We're now going to one of the central Moscow synagogues. This synagogue is very interesting because it was built at the beginning of the century, 20th century, and originally it had no dome. The dome was constructed only 10 years ago. Очень хорошо, да, такая. Прошла бар-мицву, знаешь, все вообще эти обычаи, и стала вот такая собака-ровесница.
каждый нормальный человек внутренне немножко ксенофоб, немножко диктатор, немножко агрессор, ну и так далее. И для меня самое важное в антифашистской деятельности – это первый шаг, это такой, то, что я называю в шутку таким фашистским камин-аутом. То есть признание себя фашистом. То есть признание того, что в каждом из нас живет маленький фашист. Маленький расист, маленький тоталитарист и маленький милитарист. Ну, во-первых, просто люди раздражаются, надо лично. Да, я не знаю, нужна ли здесь толерантность. Она так раздражает, что она не нужна. Everyone has a problem with someone, and you know, so there's times, yeah, when I get irritated if I don't know, someone's walking very slowly in front of me and I can't get through, or if someone seems to have a really nice lifestyle and I feel jealous that they have a nice lifestyle, or if. Yeah, like little things, but we shouldn't feel these things. I mean, they're natural things. It's natural to feel irritation, but you should never be aggressive, and you should never seek to hurt other people. I don't have to like everybody in the world. When I see a radical people, I don't respect them at first. But then I think, because I get a brain, and I know that I cannot solve my problems with offensive behaviors. Я не знаю, неуважение, невозможность там принять соседа, который там курит или кашляет там по ночам, мешает спать, невозможность там вот, принять людей, которые ходят по коридору мимо номера. Я просто понимаю, что я тоже кого-то раздражаю. Я сам даже не понимаю, чем. Просто тем, что какой я, как я себя веду. Я стараюсь этого не делать со всей силы, но, ну, наверняка раздражает, там, потому что, может быть, на велосипеде еду слишком опасно по городу, и водители с ума сходят, там, потому что они боятся меня сбить, мешают. Ну, я так делаю, и я понимаю, что, в принципе, другие люди тоже имеют право раздражать меня. То есть они-то меня специально не раздражают. На самом деле, это во мне проблема почему-то, вот я раздражаюсь на них. Многим услышать, многие что-то рисуют, там скетчи какие-то, там те же самые Малескиновые, вся эта эстетика. Вот, и как у вас получается от вот каких-то набросков разрозненных там, жизненных ситуаций, наблюдений, привести это все в какую-то историю, ну, вот, чтобы было интересно смотреть? Есть на самом деле один источник, откуда все берется, откуда берутся любые истории, и именно ситуация – это и есть такой источник. Главное иметь вот такие вот настроенные уши на то, чтобы выходить из вот этого потока жизни свою историю. So I might be on a train or on a bus, and I might see something, and I go, oh, that's an interesting guy, and I'll just go... Sometimes you only have an idea for character, and you don't know what is he doing, and stuff. Yeah. When we agreed on the story, which might take a couple of months, then we start sketching it. This is hell. Крыша щека от пушек. Не нарывается от пушек. Макается перо и рисуется на бумаге. На полнее, чем чьи-то средства. Надо заставить себя сесть, там, привязать к столу, выбрать такой день правильный, там, заранее готовиться как-то к этому моменту. Thank you.
конкретных идей нет. Я думаю, она должна появиться в каком-то вот таком спокойном состоянии, когда никого не будет рядом, когда у меня будет возможность там сидеть денек дома или там, погулять по городу там. Вот. Есть некое ощущение, что это будет все-таки не национальный вопрос, там, не... Я хочу уйти от каких-то конкретных вот, моментов вот, внешних проявлений куда-то в более внутренние вот эти вот вещи, которые меня интересуют, о которых я говорил. Вот. О внутреннем дисреспекте к самому себе, там, о необходимости или о ощущении того, что нужно идентифицировать себя с кем-то другим, вот эти группы, которые собираются там по признаку там совместного времяпровождения, каких-то интересов там, и говорят, там, я болельщик за «Зенита», а ты болельщик за «Спартак», мы враги, там, вот такие вещи. Ну, как-то вот так, сложно сказать конкретнее. Yes, I do have ideas, but I'm not gonna tell you. Есть такое мнение, что те, кто таджиков бьют, извините, вот как такой пример, да, самый вот, да, они комиксы не читают, а те, кто комиксы читают, те таджиков не бьют. То есть это разная группа людей, и есть определенное сомнение, что вообще он дойдет по назначению. Но, может, и дойдет. Я вообще не так уж хорошо знаю вот молодых людей теперь, там, 16, 18, 20-летних, чтобы сказать так четко, что вот, может, они читают комиксы, я не знаю. Можно просто нарисовать понятно, может быть, какой-то авангард, там, какой-то выход, какой-то арт какой-то и так далее. Может быть, понятно, это то есть, практически плакат. Поэтому просто научились, понимать, что другие люди, они другие, они там иначе одевают, иначе себя ведут и так далее. Но мне это сложно достаточно, потому что вот, с одной стороны, плакат, с другой стороны, не привык делать плакат. То есть хочется, с одной стороны, что-то такое очень сложное и непонятное сделать, с другой стороны, должно быть все понятно, что я хочу сказать. Я думаю, что говорить мой метод работы нормально. То есть я... Мой работа должна быть по этой генерации, по проблемам с людьми в Испании. Es la primera vez que piso Rusia y no he llegado a conocer del todo la cultura de la juventud en Rusia. O sea, lo que les gusta, lo que no les gusta. Lo que sí que voy a hacer es adaptarlo a lo que yo estoy acostumbrado a hacer. Lo único que voy a tener que cambiar, creo que voy a cambiar, que es que yo hago humor. Y no veo que el tema, personalmente, me guste tratarlo con humor, porque para mí es algo serio el problema. I think we stick mainly to our line of work, which is political satire and social satire. And funny. But yeah, we make like people laugh. We want to make something funny. But also have a political impact somehow. Like making, it's what we say, humor is the best weapon. Yes. I have the good material. It is a Britain book wrote by Alan Marshall. He is ex-skinhead, and it's called Bible of Skinhead, and my story will be based on this book. Will be based on the facts from these books and some other sociological researchers I got from the internet, from the open sources of Sharps, skinhead against racist prejudice, and some other Antifa sites, and so on. Да, я пока еще не знаю, там, о чем будет мой комикс, да, там, ну, сейчас вот как раз такой период, когда вот, ну, идет, что ли, не знаю, там, вызревание, да, там, какое-то вынашивание, да, вот что. Это будет, ну, что-то необычное, да, там. Для меня важнее всего, да, донести какую-то идею такую, связанную с... Но тут же все там, как сказать, ну, почтение какое-то. Да? Вот у нас в современной культуре, да, есть действительно очень ну не то чтобы закрытость, да, но вот некое. Мы мыслим всегда какими-то отдельными. Мы все разделяем, да, мы разделяемся на группы, разделяемся на какие-то вот сферы. Но человек, он, если сам по себе, он намного шире любых там вот каких-то сообществ. Для меня на самом деле это непонятно, как вот если человек говорит там я там, не знаю, я там, скинхед там, или я там болельщик, так, а он как бы сразу себя, ну, загоняет в такие узкие рамки, да, там, потому что, ну, жизнь, она намного шире и богаче не может быть загнана ни в какие рамки, да, и вот тема уважения, это именно уважение к, ну, к человеку в целом. Получилась такая
такая большая солянка из самых разных художников. Что всем было очень интересно, да. Дискуссия пошла очень легко. То есть каждому было что сказать. Главное — это общение. The whole idea of going to another country and being there and looking around and talking to different interest groups was a good idea. And concerning the working in a group, I think it's always very important to share ideas with whomever you know. Back in Germany, I have an art collective and I have fellow artists that I work with. And this always enriches my work and my life. So the same thing on a bigger scale.